товарищ полковник, Тверское Суворовское военное училище для вручения аттестатов о среднем общем образовании и выпуска Суворовского из училища построено. Заместитель начальника училища полковник Пыжов. Вольно! Вольно! Тверское Суворовское — это лучшее суворовское училище в России и держит эту марку уже очень много лет. И я не жалею, что эти 5 лет я прожил здесь, потому что это мой второй дом, и я рад тому, что я принял такое решение. Почему на эту стезю выбрали? Почему не стали экономистом, филологом, кем-то еще? Есть такая профессия — родину защищать. То есть это детская мечта была, или вот как? Как? Просто как-то вдруг подумал, и давай-ка пойду. Пошел. Я приехал из Московской области, города Домодедово. Почему Суворовское училище? Ну, у меня династия военных начинается еще с прадедушек. Я решил не сходить с этого пути. Мне это очень близко. Собираюсь поступать в высшее военное училище связи в Питере. Суворовское военное училище. И пусть не все ваши мечты на сегодняшний день осуществимы. Дерзайте. Суворовец Фаллер Егор Сергеевич. Для всех, для нас сегодня торжественный день. Сегодня очередной выпуск в Тверском Суворовском училище. И выпускники вступают в новую жизнь. Вы выбрали одну из самых лучших и престижных профессий. Профессию защищать свою родину. Запомните, выпускники суворовских училищ — это золотой фонд российского офицерства. Несите с достоинством и честью высокое звание выпускника Тверского Суворовского училища. Что вы снимете? Да, командир, не забывай. Держи аттестат, знак. Так, страйк. Вот Кирилла Александра Алексеевича. Трубачева.